В Орехово-Зуйском районе начал работу Московский областной единый информационно-расчетный центр. Именно он вместо существующего ЕРКЦ будет обслуживать население. Из-за сложности переходного периода жители многоквартирных домов в Кабаново, Давыдово и Дрезне получили квитанции на оплату услуг ЖКХ с большим опозданием. А теплосеть недополучила несколько миллионов рублей. В причинах произошедшего разбирались на совещании, которое провел глава района Борис Егоров. Открывая совещание, глава района отметил, что сложившаяся ситуация не может устраивать ни его как руководителя, ни жителей поселений. Ведь люди не могут вовремя оплатить предоставленные услуги, а управляющие и ресурсоснабжающие организации расплатиться за поставленные ресурсы. Руководитель МОСОБЛ ЕРЦ в городе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе Галина Минеева согласилась с тем, что трудности переходного периода существуют, но они чисто технические и будут устранены в ближайшие дни. Все населенные пункты района по плану должны войти в систему МОСОБЛ ЕРЦ уже в декабре. В этом месяце новые квитанции получат жители города Куровское. Только если раньше они приходили до 10 числа, то сейчас сроки их предоставления остаются под вопросом. Все дело в том, что МОСОБЛ ЕРЦ переживает в настоящее время так называемый кризис роста. Число абонентов и территория обслуживания увеличивается, а вот взаимодействие с другими структурами и службами находится пока на низком уровне. МОСОБЛ ЕРЦ было образовано в 2013 году для решения нескольких важных задач в сфере ЖКХ Подмосковья. Уменьшение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, внедрение единого платежного документа, создание в сфере ЖКХ Подмосковья единой системы обслуживания жителей. Единый платежный документ – это формы квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг и содержания жилого фонда. Утверждена постановлением правительства Московской области. Преимущество единого платежного документа состоит в том, что он включает все коммунальные услуги от всех поставщиков услуг и ресурсов. Все расчеты находятся в одной квитанции, оплачиваются в одной кассе. На прошедшем совещании глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров обратил особое внимание руководству МОСОБЛ ЕРЦ на то, что жителям было удобно оплачивать коммунальные услуги в начале месяца, когда они получают заработную плату и пенсию. И эту традицию надо сохранить. Он также отметил, что подобные совещания будут проводить еженедельно. И успешное решение всех возникших проблем – задача общая, и подключиться к этому необходимо всем заинтересованным сторонам.